селе Болчары этим летом будет вкусно. В августе в Кандинском районе проведут гастрономический этнофестиваль. Гостям праздника предложат попробовать блюда кухни хантов и манси. Таким образом, в селе хотят подогреть интерес жителей к истории края, вспомнить лучшие народные рецепты, а еще издать свою поваренную книгу. Гастрофестиваль планируют приурочить к Международному дню коренных народов мира. Напомню, его ежегодно празднуют 9 августа.